Ой. Кто-то меня вспоминает. Love stamina make it harder to finish or escape submission. Будем играть блэкбетчиком. Как он разрисованный, блин. Себя не жалко, реально. А меня уже включили? Так. А где же мой ненаглядный чат? Куда подевались все мои смотрящие, мои зрители? Так, сейчас будет мясо. Кому-то там не нравились мужики, так что в следующий раз мы можем выбрать какую-нибудь знойную женщину, крепенькую. Так. Ну что, погнали. Воу, воу, чувак, подожди, да, я освоюсь. У него любимый прием, прием снизу ногой вверх. Так. Тыш, тыш, тыш. Бау, блин, зараза. Но как тебе нравится? Получай. Guys, anybody here? What are you doing? I'm fighting with some strange tattoo boy. Ну что, понравилось? Do you like it? Бау, бау. А вот так вот. Так, 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 так. Иди сюда. Так. Ну что, кто-нибудь остался со мной? Эй, 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 эй. Воу. Слышь? Эй, 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 так, слезай, все. Я люблю быть сверху. Вот, я тоже так могу, погляди-ка. Давай. Бау, на тебе по ушам. Сейчас надаю по твоей тыкве. Guys, anybody here? Ау! На. Опа, опа, а ты бойкий сейчас. Ой, 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 зараза. Так. Тыщ, тыщ, получай, получай, зараза. Опа, нравится? А, Макс пишет, я тут. Это просто огонь. Как тебе наш разрисованный гад? Ну, в смысле, не мой, который. Тыщ, тыщ, получи. Сколько у него крови накапало. А вы, мальчишки, вообще любите драться? И дрались когда-нибудь в своей жизни за девушку? Может быть, отбивали ее, свою любимую, какого-то хама? Или защищали ее где-то? А, ну, бау! Тыщ, 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 тыщ. Так. Иди сюда. Эй, ты, красномордый. Консумер, мордир, дарлинг. Ой, 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 я случайно. Так, сорян, ребята. Блин, 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 блин. Меня убили. Нет, ну почти. Ah!
У меня нет девушки, 15 лет мне. Ну, в 15 лет можно уже кого-нибудь и позвать на свидание. Можно ходить в кино. Почему нет? Давай, не надо стесняться. Я тут запорола партийку. Пока я была на паузе, меня побили. Вот. Всякое случается. Сейчас мы, может быть, кого-нибудь... Так. Есть тут любители порубиться в UFC? Подскажите. Так. Какой у вас любимый спортсмен? Может быть, вы за кого-то болеете? Я знаю Макгрегора и буду болеть за него. Всегда. Так. Так. Я уже привыкла в Mortal Kombat, что нас убивают. Ну, грубо говоря, раз 20 за игру. Вот. И тут я тоже сказала, что меня убили. На самом деле я жива. Женщины смотрят UFC. Я думаю, что да, есть такие боевые. У меня не такое простое прошлое, так что можешь поверить, что да. Но это же всегда интересно. Здоровенные мужики квасят друг друга моськи, показывают свою силу, свои умения. Это всегда приятно увидеть в любой форме поединка. Вот на тех же Олимпийских играх много всяких таких соревновательных тем. Так, давай тащи там, пишет Lucky Duck. Окей, хорошо, я буду стараться. Ой, буду драться с Филлипсом. Так, интересно, непростое прошлое, интрига. Да. Я не сидела, если вы об этом. What the fuck, girls 16, you? I don't know, maybe. Так. What you mean, chicken Grozny? Chicken Grozny. Do you like chicken? Or some chick? Давай по имени, если тебе удобно будешь. Lucky Duck, как тебя зовут? Я не помню просто. Сейчас я уже не посмотрю, так что давай пиши быстрее, и буду к тебе обращаться. Меня зовут Таня, если вы только подключились. Вот, сердечки показывает нам. Он показал его мне, я вам знаю, что я сижу за экраном. Наш дорогой рефери. Так, ну все. Мы должны его сделать. Ребята, давайте, болейте за меня, подбадривайте, пишите всякие приятности в чат. Все, погнали. На. У него хвостик. Ну, уже седой, кстати. Я с пожилых не бью. Опа! Ничего себе! Так уйди с меня, уйди, зараза! Эй! Так, меня зовут Дмитрий. Lucky Duck, поняла. Дима Lucky Duck. Блин, этот еще дед машет своими бедрами старыми. Фу-фу-фу. Сейчас я надеру тебе твой черный зад. Все. Так. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А в другой раз. Секосный хвостик у дяди. Да он не у дяди, а у деда уже какого-то. Он такой седой, кудрявый. Как мы выяснили, что все любят брюнеток. Потому что, видно, я брюнетка. Видимо, все хотели подмазаться. Так. Вам нравятся девушки с прямыми волосами или кудрявые? Или, может быть, седые? Сейчас такая мода странная. Есть такое веяние, что девушки красят свои волосы в седой цвет. Как вам вообще эта тема? Так.
Ну, ждем. А не роняй престиж страны, уж черного не смогла побить. Чу в 15, я буду стараться. Ты давай, не дави на меня, и может быть я сделаю это в следующий раз, да. Я люблю брюнеток, но иногда меня прет от рыжих. Ну, рыжие такие, рыжие бести. Тебе, наверное, нравятся страстные женщины, Дим. Чув 15, я поняла, что это престиж, не переживай. Так. Guys, do you like this game? I'm didn't win, but I can do it. I will do it. I will be a winner. Кого выбрать? Вот. Все. Мы будем биться за Россию. Нурмагомедов. Хабиб. Вот так вот. Любите ли вы этого спортсмена? Я буду им играть, так что вам придется его полюбить. Ну, я думаю, все за. Так, люблю, когда у девушки волнистые длинные волосы, либо прямые волосы и каре. Как интересно. Ага. У меня вообще интересно, если я мою голову, и волосы сушатся сами по себе, то они немного волнистые, такие красивые. А если я их сушу феном, то они прямые. Так что мне удобно, я могу угодить и тем, кто любит волнистые и прямые волосы. Вот так вот. Сейчас я буду биться за Хабиба, за нашу Рашу. Никита пишет вопросик. Ты же есть хотела. Я выпила йогуртик и решила еще немножко поиграть, побыть с вами, а потом уже поеду и поужинаю дома. Вы готовы? Дети, вы готовы? Опять он показывает сердечко. Боже мой, какой он милый. Всегда так делает, походу. Самая крутая косичка – это… Ой, прическа – это косичка. Аня, лысые парни, норм? Не знаю, мне не нравятся лысые молодые люди. Только такое ощущение, что они постарели раньше времени, у них волосы все повыпадали. Ну, такое ощущение у меня. Да, Вин Дизель, конечно, хорош, но наверное, нет. Нет, это не для меня. Я люблю волосатеньких. А кто вам больше нравится из актрис? Вот у меня нет каких-то фаворитов. Ну, если говорить про женщин. Есть много актеров, которые мне нравятся, а вот насчет женщин я даже не знаю. Джулиана Мур, такая рыженькая, кстати. Она классная. Меган Фокс. Ну, она такая посредственная, на самом деле, актриса. Просто красивая. Ну, пластика на пластике, ну что делать, все равно красотка. Кто там? Блин, так прямо не вспомнить. Нагиев не нравится, что ли? Ну, слушай, ну, он, конечно, дерзкий и все такое, но нет. Это перебор. Эрибор. Вот так вот. Когда Уля стримит, она мне не сказала просто. Слушай, я не знаю. Заглядывай к нам каждый день, наверное, ты ее в скором времени увидишь, не расстраивайся. Будь с нами, будь на связи. Да. Меня зовут Таня, я буду биться в UFC за Россию, за Хабиба. Я уже, честно говоря, подзабыла фамилию. Так. Что он нам скажет? Ревзия, давайте болеем за меня. Пишите, нравится ли вам UFC 2. Может быть, вы играли, у вас есть свой фаворит какой-то. Может быть, это вот этот вот чувак. Так, я волосатый дикий кабан. Кабанера, ты опять с нами. Привет. Сейчас я отвлекусь. Но буду по возможности буду с вами болтать. Так, иди сюда. Так. Я не слышу вашей поддержки, чуваки. Guys, anybody here? Do you like this game? How are you? What are you doing? Ow!
так, что-то подтормаживает у меня. У вас подтормаживает картинка немножко? Так. Да. Ой, не надо по моим колокольчикам бить. Бау. Эй. Не сюда. Вау. Так вот. Бау! Получите! Иди сюда. Давай, я тебя наквашу твою физиономию. Угу. Он меня, походу, в шею поцеловал, народ. Так. Оп, блин, зараза. Уйди от меня! Уйди нахрен! Ау! На тебя, на тебе, ты меня бил в живот, скотина. Ну ты, гад. Так. Зрозу. Чуваки, вы за меня там болеете? А ты... Ай! Сволока. На тебе по твоему... Так. Эй. Блин. Так, иди отсюда, петушок. Ядрё. А, так вот. Вот, на тебе говно. Но. Эй, чуваки. Кабанера пишет, тащи, Аня, да, смотрите, какой я клёвый, да, мы болеем, Ань, всё классно, расслабься, да я как бы, Чикин Грозный пишет, привет, my mil girl, так, силу кабанью передаю тебе. Слушай, Кабанера, ты помог мне. Я прям почувствовала прилив сил и затащила. Затащила ему по щам. Вот так вот. Так что не злите меня. Я все-таки что-то могу сделать. Так. Guys, are you here? Do you like the play I... The way I play this game, UFC 2? Which sportsman is your favorite? Так. Ой, сейчас мы будем играть какой-нибудь сексапильной красоткой, чтобы тут совпадало вот с этой картинкой. Так. Дима пишет, меня бесит, когда я гуляю с первый раз с какой-нибудь девушкой, она говорит мне, а что ты такой высокий, а что у тебя такие кубики, а что за глупые вопросы? Если у тебя, допустим, бусы из кубиков на твоей груди висят, это реально странно. А если ты ходишь с голым торсом на первое свидание, это тоже немного странно. Если ты высокий, это круто, мне нравится, ты молодец. Так что напиши, что за кубики, если это кубики пресса, почему ты ходишь голый на свидание? Чтобы привлечь самочек сразу. А где Лена? Леночка пошла отдыхать уже, она будет либо завтра, либо послезавтра. Никуда не уходи. Никита говорит, молодец, спасибо. Кабанера пишет, респект. Спасибо, чуваки, ваша поддержка мне помогла. Так, какая вам девчонка нравится? Жирненькую не будем брать. Какая-нибудь длинная, может... Ну, давайте вот эту. Кому-то нравились там косички, у нее вот что-то вроде косичек на голове, должно вам понравиться. Вот так. How's your... Chicken Грозный. Fuck you. Так, у меня один большой кубик. Сталин. Еще один Сталин что-то. Ну, у нас уже есть Сталин. Ты у нас будет Сталин номер два. Как такое возможно вообще? Почему?
почему я буду драться с самой собой? Как это так? Блин. Джоанна плюс Джоанна. Победит Джоанна, я могу сказать это точно, да. Так. Нет, они про фотографии имеют в виду. Рост у меня 192 сантиметра, я занимаюсь собой, у меня рельефное тело есть. Ну, это кайфово, это здорово. Так. Вот, смотрите, какие у нас тут кайфовые тела. Так, так, так. Эй, эй, эй. Бау. Слышь ты, коза. Вот тебе. Ку-ку. Бдыщ. Иди сюда. На тебе помочки. Эй, ты. На. Скидыщ. А, получай. Эй, 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 эй. Отошла. Вот крыса, а. Валет все давай. Так, 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 отстань от меня. За ногу она меня решила схватить. Ну тебе. Ой, блин, это так ржачно. Эй, 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 эй. Так. Харе меня мочить по ногам, курва. А! Так. Мне уже начинает это надоедать. Коза. Так. Я тоже умею ногами махать. Иди сюда. Так. Блин, 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 блин. А, чуваки, я чувствую, что вы за меня не болеете, поэтому я проигрываю, что ли? А-а-а! Так. Давайте, направили все флюиды в мою сторону. Говорим, Аня, Аня, давай. Аня, Джоанна. На. Блин. Вот коза. Так. Нет, мне это начинает нервировать. Вот. Так. Так. Блин, она меня сейчас зажмет. Нет, 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 нет. Но тебе. Так, 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 оно мне по щам что-то зачастило. Блин, у меня уже... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Но тебе! Но тебе тоже слови. Такие уже с тумаками обе. Эй-э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 й
А-а-а! Слышь! Японский городовой, какая жесть! Ну, я что-нибудь могу сделать-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, так, оно соскочило. Она меня за сиськи мацает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Почему ее снизу нельзя увести куда-нибудь в хренов нокаут, а? Так. Империал пишет: Таня, вперед! Давай, Аня, давай. Ну, дала я дубу. Отметили меня. Но у нее тоже личико такое опухшее, красненькое. Так что сейчас. Сейчас мы выясним, кто из нас круче. Так. У нее даже труханы такие же, как у меня, походу. Эй. Так. Чуваки, вы смотрите UFC женские бои? Как вам вообще? Больше мужские нравятся или смотреть на грозных женщин? Дау. И вообще, любите ли вы злить женщин? Ах ты, курица! Так. Да ядрёно. Так, что-то мне не везет с Жанной. Так. Ты ж. Бау. Воу. Зараза, а?
Так, 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 ё-моё, отстань от меня! Давай хоть за ногу её схвачу. Ау-ау-ау-ау! На! Так. Вот так, вот этот приемчик хорошо выходит. И, ой, она тут тоже умеет, оказывается. Опа! Ну, я тоже по ногам умею бить. И по... Ой! Вот курица. Так. Зажимает меня в угол, зараза. Так, на тебе. На тебе. Ну, блин. Девчонки дерутся. Мяу! Так. Эй. Полегче. Вставай. Так. Нравится мне этот приемщик. Да. И нравится, как прилетает ей в голову. Блин, моя ножка бедненькая. Воу. Так. Отошла. Ух, крыса, а? Так. Что-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, посмотрите на мое лицо. Там же просто места живого не осталось. Слышь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На тебе. На тебе, потому лицо тоже. А вот так тебе нравится? А вот так, а? А? А ну, иди сюда. Вот тебе. Все это... Сейчас нам показывают. Блин, нет. Давайте покажите, как я ее бью. Воу. На тебе, дыдыщ. Я не вижу фонтана крови, который хлещет у нее из носа. Так, я отошел, скоро буду. Димас, приходи. А кто знает Ронда Роузи, когда у нее реванш? Не знаю, чуваки, если вы знаете, напишите нашему империалу, пожалуйста. Вау, какие девушки. Вот вам и брюнетки, и блондинки, смотрите. Столько лоу накидала в ногу, а она даже не хромает. Вот, реально. Finish her, I will try. I believe in this. Yep. Вау. На тебе. А она ничего. Ну, как тебе? Эй! Блин, а? Серьезно, бедная моя ножка. Ай-я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 й. Так, а как тебе такое? А вот мне интересно. Ну что? На! Так, блин. Зараза, слезь меня, сука! Чуваки! Иди нафиг! Так, уже отошла от меня. Хватит. Теперь она принялась за другую мою ногу. Нет, за ту же. Так. Коза. Я уже хочу, чтобы у нее башка нахрен отлетела. И чтобы я ее победила. Хоть это и стремновато бороться с самой собой, получается. Но что делать? Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Блин. Это говнище. Вот я вам что вам скажу. Да, норм женщина была, которая табличку несла с номером раунда. Да.
Чё она её лапает? Ну, слушай. Красивая я, классная, поэтому она меня и лапает. Блин, такие фингалы, что надо. Так. В общем, меня тут дрюканули несколько раз. Давайте посмотрим, что у нас получится в фифе. Если у нас какие-то есть наши подписчики, которые онлайн, сейчас мы с ними поиграем. Так что используйте возможность, регистрируйтесь на нашем сайте BlackBet TV, заполняйте анкету, пишите, во что вы играете. Вот, и мы добавим вас в друзья на PlayStation Network, и у вас будет возможность играть с нами прямо на стримах. Это будет клево. Сейчас посмотрим, есть ли кто-то из наших друзей онлайн. Так. А как дрюканули. Ну, будем называть вещи своими именами. Так. Так. Наших друзей нет в сети. Что, ни одного? Ни одного. Угу. Так. Попробуем другое. Ultimate Team. Так, guys, do you like FIFA? Do you like the play FIFA? Julia, look, are you here with me? Do you like FIFA? Do you like football? So, guys, which football club is your favorite? Do you like Russian football? Да, напишите мне, пожалуйста, за какую команду вы болеете. Или, может быть, у вас есть просто какие-то любимчики из какой-то команды. Может, вам нравится, как они играют в сборной. Может быть, нет. Или у вас клуб, например, любимый какой-нибудь немецкий или испанский. И есть фавориты какие-нибудь. Давайте это обсудим. Так. Так. Guys, are you here? Mr. Norm, are you here with me? What are you doing? Which game is your favorite? How are you? Так, Веденеев. Сборная Исландии, Норм. Сборную Исландии любят все, да, все болели на Евро-2016 за них, еще болели за сборную Уэльса, за сборную России, конечно. Так, да, сыграют товарищеские матчи Гондурас, Аргентина, только что они играли, угадай, какой счет. Слушай, я вот с угаданием у меня плохо, так что давай. Давай ты мне просто скажешь, и я не буду мучиться. Как тебе такой вариант? Я за. А то я буду гадать, я не угадаю. Я буду потом расстраиваться, что у меня совсем чуйка не работает. И в общем, ну кому от этого будет хорошо? Давай. Так, блин, что ж такое-то? Ой, соперник, ты где? Так, Чувс пишет 1-1, ничья, но это... Это неплохо. Так. Брат 0.70, ты где? Почему ты молчишь? Давай поболтаем. Клипари, where you are? I don't remember, are you Russian or American? Дэн Лол, кто? Ты где?
Иден ли ты? Расскажи нам, что ты. Что ты делаешь, за кого ты болеешь? Брат пишет: привет, привет, что ты там тихоришься, брат? Играешь вообще в футбол? Может, кто-то из вас играет во дворе? А то в компьютер-то все могут, а во дворе самим побегать. Все такие ленивые, толстые, сидят на диване, ничего не делают. Я вот я люблю бегать, я могу играть с друзьями. Обычно я стою на банке. Потому что мне с моими богатствами очень тяжело бегать, серьезно. Поэтому я выбираю себе такую вот долюшку. Товарищеские сезоны, что у нас тут? Так. Во дворе, кстати, никто не играет сейчас, компьютерное поколение. Неправда, у меня есть рядом спортивные площадки. Я еду, когда домой, смотрю, там играют в волейбол, рядом играют в футбол, и рядом же, что ж там третье, то ли в бадминтон хреначится летом, то ли еще во что-то. Ну, в общем, народ играет. И футбол тоже. Не все потеряно. Очень много таких спортивных ребят. Это круто. Все любят спортивных ребят. Если они еще не глупенькие, если им мячом все не отбило, так это вообще прекрасно. Можно уже жить и плыть как-то. Закон двора: толстый, мелкий, на ворота. Но я не маленькая. Я не маленького роста, тем более уж я не толстая. Этот закон на мне не работает. Но видно, не такой уж и закон. Скажи, как грудь такую поднакачать, и я подруге посоветую. А нужно было делать все это в детстве, так что если она уже выросла, поезд ушел. Вот. А если у тебя есть маленькие какие-нибудь подружки, ну, я надеюсь, только подружки, вот, то могу им посоветовать там есть капусту, горбушку от хлебушков, и все, у них будет огонь. В общем, надо подкармливать. Чтобы росло, нужен прикорм. Вот так вот. Мелкий в смысле возраст. Ну, слушай, а почему, если ты мелкий, ты что, не можешь играть в футбол? Ты можешь. Наоборот, больше сил, больше энергии, ты быстрее бегаешь. Ты еще не старый пердун, который еле передвигается. Так что все, огонь. Капустку, да, капустку кушать надо. Угу. Что же делать? Что же мне делать? Друзья, где же вы? Может быть, вы хотите поиграть со мной в FIFA? Добавляйтесь в друзья на PlayStation Network. Мы так и называемся, BlackBet TV. Вот. If you want to play with me now in FIFA, you can add me to your friends on PlayStation Network and we will play with you right now, guys. Where you are? Так. Ох. Ага, сейчас бы 12 лет против 18-летних лбов бегать. Ну а почему нет? А почему нет-то? Так, так. Тюк-тюк-тюк. Ага. Конечно, добавить. Так. Так, где наш друг? Ты где? Ой, а тут... Так, Веденеев Антон, вроде бы в сети, но что-то не отвечает. Антон, ты с нами вообще? Проснись, я тебя вызывала на бойню. На что-то не зашло. А, в сети, ну, как бы отошел. Чуваки, добавляйтесь, друзья, и мы поиграем. Если в течение там 50 минут мы добавимся, то на сегодня мы закончим наш стрим и встретимся уже завтра. Так что давайте, ловите свою удачу. Добавляйте меня в друзья. Сейчас я почекаю.
Может, кто-то это уже сделал. Так. Guys, my name is Anna. If you want to play with me, please add me to friends on PS4. And we will play on FIFA right now. I give you 5 or 7 minutes, and after this I will cancel our stream for today. Так, чувихи тоже добавляйтесь. Да, кстати, почему нет, если ты смотришь наш стрим, и ты девчонка, и ты клёво рубишься в фифу, давай добавляйся, и мы с тобой... Ой, мы с тобой тут подерёмся. Мальчишки любят, когда девчонки дерутся, так что... Так что давайте. Ну что? Ребзя... Так. Аня, пока, до завтра. Увидишь Алису, передавай, что я по ней очень сильно скучаю. Спокойной ночи, приятных слов. Мишань, хорошо, я передам. Давай там споки, ноки, чмоки, все дела. Приходи завтра, приходи, у нас будет, как всегда, весело. Вот так вот. А пока мы ждем, давайте расскажите, как у вас дела. Вот, Мишаня уже сейчас пойдет спатенькать, так я думаю. Сезоны запусти. Сейчас, брат, я сейчас разберусь. Хотелось бы, конечно, поиграть с кем-нибудь из вас. Но... Я не знаю. Так. Ну, сезоны так сезоны, почему бы и нет, брат, 0.70. Окей. Ты посоветовал мне, я последую твоему примеру. Меня зовут Таня, я играю, пытаюсь играть в фифу. Так, если ты в будущем хочешь хотя бы поиграть со мной в фифу в прямом эфире, добавляйся... Ой, нет, ну да, добавляйся в друзья на PlayStation Network, и мы можем с тобой подраться в прямом эфире. Вот так вот. Guys, hello, my name is Anna. I'm playing on FIFA. So I will try. Так. How are you? What are you doing? Where are you from? Which football club is your favorite? Так. Сыграй матч Гондурас-Ирак. Типа прогнозируемый финал. Ну, я даже не знаю. Какая покладистая девочка, пишет брат. Ну, брат подсказал, сестра послушалась. Это по-братски, по-свойски, так что... Веденеев пишет, пригласи еще раз, привет. Ну, не знаю. Так, ну, как тебе мой удар на вкус? Обычно говорят там, как тебе мой кулак? А тут вот Лионель Месси мочит. Скидыш. Вау, красавчик. Так. Ну что, да будет битва, чуваки. Кирилл 3310, Джулия Лук, Инсталляториал, господи, Дженнил Рэм, where you are? Please, как сказать, поддержать? Так, что-то немножко подтормаживает. Чуваки, у вас все в порядке? Хорошо все видно? Веденеев Антон был у нас в бою. У меня что-то подвисает тут немножко все. Может быть, не судьба сегодня играть в фифу? У меня такое подозрение подстерегает. Ну, давай. Эй. Так, вроде все, блин, только я хочу сказать, что ура, все подотвисло, так оно опять начинает тормозить, по крайней мере, меня. Так, у тебя все хорошо видно, это отлично, я очень рада, что вам все хорошо видно и слышно. Так,
Сейчас мы их объегорим. И закатим им. Красаву закатим, блин! Так. Так, иди сюда. Шестая минута матча, 0-0. Чуваки, болейте за меня. Я не чувствую вашей поддержки. Отличный прием, так держать. Рассказывайте, за какую команду болеете. Может, вы знаете девчонок, которые рубятся в футбол, и вы от них фанатеете. Вот. Я немножко играю, я не сказала бы, что супер хорошо, да, но я могу, если сосредоточиться и поднапрячься, я имею в виду вживую. Так. Так, опять у меня перехватили мяч. Собака. Тык-тык-тык. Отдала мяч куда-то, непонятно. Блин. Так, так, так. Месси прерывает пас. Guys, are you here? What are you doing now? Please follow us here and on Instagram. Я напоминаю всем, что если вы с нами еще не подписались, я думаю, вряд ли такие есть, подписывайтесь на наш канал, на наш Instagram, на группы ВКонтакте, еще мы есть на Фейсбуке. Скоро там будет много. Воу. Много клевого. Блин, нет, все равно все что-то подтормаживает. Я не понимаю, в чем проблема. Меня это немножко начинает доставать. Ей-богу. Да, и мне в этот момент забили. Это Неймар там. Неймар вроде, да? Так. А, как все виснет, ужасно, фу. Женщин спорт профессиональный портит обычно, но не все виды, конечно. Теннис. Тебе нравятся девушки, которые играют в теннис? Ну вот, девушки, которые занимаются каким-нибудь... Блин. Так, Веденей Фантон, ты еще с нами? Ты еще... Так. Давай с тобой сыграем в один матч и уже разойдемся по домам. Так что никуда не уходи. Жди меня, я приду. Так, что там? Выключи эту атаку и с Веденеевичем рубани. Братуха, ты молодец, я именно так и сделаю. В общем, не делай это мне только бесит. А злая женщина, это не всегда круто. И не всегда так красиво, как думаешь, что вау, она такая страстная. Ага. Так. Go Plomach, you send me class. What it means? It means that you are with me and you see how I play this game. Do you like it? So I will play one more game and after this I will go home. So let's go. Веденеев, ты где там? Я же говорю, это интернет соперника тупит, вот поэтому и подвисает. Да, наверное, это так. Так что надеюсь, что у тебя там ничего не виснет. Сейчас у нас пройдет все как по маслу, в общем. И будет жарко. Да будет битва, в общем, да. Так. Чуваки, давайте кто-то из нас будет болеть за меня, кто-то будет болеть за Веденеича. Давайте определимся, кто будет за кого, это даже интересно. Я не обижусь, если кто-то будет поддерживать не меня. Но мне будет приятно, если все будут на моей стороне, на темной. Не знаю, почему на темной. Вот так вот. У меня даже на темной стороне, потому что у меня даже звонок на телефоне стоит, имперский марш. И все, так, когда слышат, такие, ой, ничего себе. Да. Я люблю этот фильм. Кстати, вам нравятся «Звездные войны»? Меня последний фильм немножко расстроил, но, в принципе, годно. А как вам? Потому что ты за Барсу.
все. Барселона начинает. Ты капитанишь. И будем надеяться, что нас ждет интересный футбол и большое количество забитых мячей. Ну давайте. Они там все собрались, они так испугались за меня, что все собрались в одно место. Эй-эй-эй-эй-эй. Антоха погнал, а? Но не тут-то было. Так. Мы пробираемся к воротам нашего соперника. Сейчас мы забьем нехилый голян. Блин, сейчас забьем. Так, Антоха, держись. Эй-эй-эй-эй-эй. Антон, поддавайся. Ладно, это не по-спортивному. Если захочешь... Воу-воу, так. Ну, удар выше ворот, но ничего. Это было хотя бы в их сторону. Это все равно круто. Я классная вот так. Вау. Ну что, погнали. Антон, батон. Антон, ты любишь, когда тебя дразнят? Веденейчик. Так. Отошел. Зараза. Так. Ну, не, вот так вот тебе. Не получилось. И не получится, уйди. Нет. Все. Мимо. Промазал. А ты промазал. Так. Файтинг, как дела? Файтинг. Как твои дела, что ты делаешь? Ты следишь за нашим Дрючевым с Антоном Веденеевым? Ай! Так. Ну, ядрёно! Антон, ты играешь нечестно. Так. Ну, странно, ты вроде так жестко сыграл, я думала, тебе что-нибудь там назначат. А ты вышел сухим из воды, что ли? Тебе повезло. Надо было подкупить судью, чтобы он тебе подсуживал. Так. Ну-ка. Не получился мой коварный финт. Ну да ладно. У нас идет всего лишь 20-я минута матча. Идет напряженная борьба. Мы хотим надрать зад Антохе. Я пытаюсь отвлечь его разговорами, но он не ведется. Антон, батон. Так. Спасибо, Антошка. Дал нам мяч. Твоих там вообще не было. Ты вообще видишь, что ты бьешь? Просто мазила. А вот это вы видели? А сейчас я как загоню вам, а? Так. Ну ничего, я не расстраиваюсь. Стоп. Так, уйдите отсюда, уйдите. Ну, давай! На-на-на-на-на-на. Антон батон вдул. Ну, по крайней мере, 1-0. Это все потому, что вы за меня болели, наверное. Ой. Антон батон вдул. Вот так вот. Так, вообще клубные чемпионаты, такая глупость. Я понимаю, еще ЧМС смотреть, а тут что, купленные Газпромом негры играют за деньги. Ну, не знаю. Все, играем. Антон, соберись. Чув пишет, yeah, anybody here, do you like this game, do you like the way I play this game? Так, ты где там? Веденеев, откликнись. Ты что, решил смыться? Собацаем,
еще одну банку Антохи прямо в ворота. Штанга, штанга. Сейчас будет гол-гол-гол, вот так вот. Вот так вот. А такое видели? Ау-ау-ау-ау-ау, рассосались! Блин, зараза, какой там Антоха, а? Ладно, красавчик, затащил, сайванул, так сайванул. Красава. Молоток. Вратарь не дырка. Так. Скрич. Опять спас. Не, ну ты красава, красава, молоток. Но все равно я веду 1-0, так что я, и пока я буду выигрывать, я буду тебя хвалить. А потом не буду. Так, идите от седого. Все. Все. А как вам финты Нойера, который выходит там на середину поля, помогает своим чувакам драться, играть вместе с ними, выходит из ворот, да вообще такой, оставляет все, ой, так, на произвол судьбы, можно сказать, так. Антоха, держись. Блин. Play Beautiful пишут нам в игре. Конечно, конечно, они знают, что играем мы, Антоха. Я думаю, Антоха тоже не промах. Антоха, ты хорош с собой вообще? Чуваки, если у вас любимые футболисты... Я вот начала уже говорить про Германию. Так мне нравится, как играет. Так! Ну! Эй-эй-эй! Мне нравится, как играет товарищ Нойер. Товарищ Штекеншнайдер. Ой, Штекеншнайдер, что я говорю? Господи, глупая женщина. У меня просто мысли о другом. Швайнштайгер, конечно же. Сорян, ребята. Так. Нет, давайте пойдем на другую часть поля. Мне тут совсем не нравится. 45-я минута, 2 минуты добавили, окей. У нас еще есть время загнать банюльку Антошке. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка. Hola, как Медина? How are you? What are you doing? FTH, куда ты делся? Что ты там делаешь? Ты уже спишь? Ты уснул на нашем стриме? Я думаю, вряд ли. Что ты там кушаешь, наверное, я тебе завидую. Тоже приду домой, наверну сосисочек. Может быть, с чем-нибудь вкусненьким. Так, какой-нибудь салатик полезный. Да-да-да. Где есть? Ты где? Антон! Барселона и Зенит. Ох, какая красота. Обе команды я эти люблю. Ну что? Так. Не, теперь мы останемся на этой половине поля, давайте. Антон, давай играть на моей половине поля. Давай договоримся. Сколько ты хочешь за проигрыш? Хочешь поцелуйчик, я тебе пошлю. Антон, нет, не обыгрывай женщину. Так. Все, побежали отсюда. На тебе по коленке, понял? Как вы вообще относитесь к моему супер-пупер нападающему Месси? Многие его недолюбливают, а многие обожают. Вот. Мне, например, нравится, несмотря ни на что. Я думаю, он классный и вообще тащит, и вообще красавец, и выглядит как мужик.
Ну, по крайней мере, доминирование было такое. Эй, лови, лови, лови. Мой красавец. Мой зайчик поймал мячик. Так. Так, отойди-ка. Ну. Давай! Эй! Удалите его с поля. Этот Антон Батон там меня роняет на газон. Ну-ка. Нюр, а ты сама-то как? Я ничего, вот тут с Антохой веселимся, как можем. Я смотрела многие матчи Евро, болела, сидела с пивом. Даже делала это днем в кроватке с бутылочкой пива, с кальмарчиками. То есть это нормальная тема, я не против. Ну, если это действительно тебе интересно, то почему бы не посидеть, не порасслабляться, не поболеть за любимую команду или там за фаворитов каких-нибудь. Так, Антон, мне не нравится то, что ты делаешь. Давай уйдем отсюда. Так. Опа. Да что ж такое-то? Так, товарищу нравится Александр Мостовой. Он что, играет еще, что ли? Нет же. Так. Давай! Ну, Антон! Антон Батон! Что ж ты делаешь? Адмискер пишет Кока-Кола, но! Удар выше ворота или вообще мимо, я что-то не поняла. Лионелька промахнулся. Сейчас нам покажут этот эпик фейл. И все, короче. Сквиш. Так. Антон, ты скоро вдуешь, я сделаю тебя. Антон, ты очень вдуешь. Иди отсюда. Так. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ой, фу. Хорошо. Зенитчики недовольны, но мне все равно. Воу-воу-воу-воу-воу. Антоха там спринтует из стороны в сторону. Такой низкий старт. У меня уже начинает хрипеть голос не из-за того, что я больна, а из-за того, что я все говорю. Ой. Как вам вообще низкий женский голос? Нравится? Или нравится все-таки, когда попискивают, покрикивают? Мне вот нравится, когда мужчина говорит таким грудным, низким, сексуальным голосом. Это прям огонь. Антон! Ты хоть бы смотрел иногда на Twitch, на канал, что ты там все в экран, да в экран. Посмотри лучше на меня, как я играю. Ты отвлечешься немножко, я тебе еще вторую банку закатаю. У меня еще есть 8 минут с добавочного времени. Так. Ну что, ребзя, я так думаю, что... Я надеюсь, что счет таким и останется. Это на сегодня последняя игрушка. Так. А может быть будет 2-0, почему нет? Может я успею? Так, не сейчас. Антоха все пытается мне загнать тоже, но его попытки тщетны, и слава богу. Так, очень жалко, что вот у меня на самом деле тихо работает звук на телеке. И в общем, Антоха мазила. Так.
Нет. Идите отсюда. Все. Выжали в другую сторону. Тут у этих ворот скучно. Надо бежать к другим. Надо забивать другие ворота, чуваки. Недобрый вечер никакой, ну ладно. Так. Нам добавили 2 минуты, но они пролетят просто незаметно. Я уверена в этом 100%. Ой, все. А мы уделали Антона. Антон, ты там не плачешь, Антоха? Как ты вообще? Расскажи свои эмоции. Ну, ты сильно не расстраивайся. Ты очень часто бил в сторону ворот, это круто. Так, I like your donation alert. I like to, I waited. Please help us to do it. Так, ну что у нас тут? Вот такие красавеллы. Да я не расстраиваюсь, это просто игра. Ну и правильно. Я и так смотрел на тебя во время игры, и ты мне не мешала. Ну черт. Так, ну... Как, продолжим серию? Да, нет, да, нет, нет. Ну давай. Давайте. Да. Или нет? Давай уже, все. Я вот победила, Антон, один раз, и давай на этом закончим, а то ты сейчас выиграешь, и у нас будет ничья, потом нужно будет еще один раз сыграть. В общем, спасибо тебе большое за игру. Вот. Завтра мы с тобой поиграем, будь с нами на связи, чуваки. На сегодня это все, я заканчиваю свой стрим. Очень была рада, что вы у нас на канале. Подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям о нас. И с вами была Аня, это BlackBet TV. Все, чмоки, пока-пока.